Приветствую, бойцы! Как у вас дела? Как настроение? В сегодняшнем обзорочке у нас робот Бизон. Робот начального уровня, но весьма неплохо. Раньше о нем я мог только мечтать. Ну и раньше, соответственно, он был очень-очень крутой. Притоповый или, возможно, даже топовый. Огневая мощь у него, ну, конечно, с титаном не сравнится из предыдущего обзора, поменьше, но зато его живучесть побольше, потому что у него имеется способность прыжок. Враг вас атакует, тот же самый его бушек вам прискакивает, хочет вас зарезать. Вы прыгаете назад, то есть шансов то, что данный робот выживет, больше, чем шансов, что выживет титан против имабуши. По характеристикам на 13 левеле на вашем экране весьма средний, ничего выдающегося нет. Поэтому будем максимально использовать прыжок, сидеть в безопасном месте, выпрыгивать, по врагу обойму заливать, соответственно, сливать или сильно подранивать, и потом очень аккуратно будем добивать. В общем, играем аккуратно и эффективно. Полетели. Итак, захватываем респовый маячок. Давайте с прыжка. Ну, прыжок у него такой, не сильно такой тоже выдающийся. Не сильно высоко и не сильно далеко. На него тоже особо рассчитывать не стоит. Но, я думаю, все-таки будет лучше, чем на титанчике. Ну, прыжок и дышится весьма быстро. Захватили маячок, еще прыгаем. После приземления надо ждать 9 секунд до следующего прыжка. Ну, это весьма недолго. Так, карта большая. Думаете, на дробяках здесь будет плохо играть? Нет, хорошо. И какой-то негодяй из вашей команды ударными темпами захватывает маяки. Кто это? Нейл какой-то? Нейлак? Ну тебе хана. Ты или от смеха умрешь, или я тебе все-таки с дробовиков убью. И так, как-никак дробовики — топовое вооружение. Так, прыжок используем сейчас не для защиты, а для атаки. В киберспортивном режиме корпус робота спрятали, выставили верхние слоты вооружения и заливаем по патрольчику. Вот таким способом нехитрым. Ну и, соответственно, другими способами. Самое главное — прятать корпус робота, слоты вооружения выставлять и уничтожать врагов. Также, если враг будет сидеть в окопе каком-нибудь, там, в укрытии, так у нас в игре имеется прицеливание. Ой, кто? Я мамушу! В прыжке убегаем от него подальше, подальше, подальше. Когда я там прыгал, еще одного снес по пути. Офигеть, яма это, Нейлак, про кого я и говорил. Так, и он, видите, не рискует. Не хочет пить шампанское. Но мы в киберспортивном режиме корпус робота спрятали и заливаем. Ремонтный модуль у меня уже отработал, к сожалению. Он сидит, красит маячок, у него проблем нет. У меня есть прыжок, но, ё-моё, мне кажется, прыжок меня особо не спасет. И он идет, мне навязывает ближний бой. Так, прыгаем. Что-то, по-моему, мои теоретические рассуждения не оправдались. Я прыгнул вроде бы от Ямабуша, а он меня один хрен в воздухе убил. Итак, захватил респ. Не, не захватил еще. А теперь захватил Дэнни, 97-й. Ты кто там? Нагибатор, барин один, ё-моё. Пожалуйста, парни, можете пока без Ямабуши? Возьмите Ямабуши потом, можно я обзорчик сниму? Сейчас по-любому одни Ямабуши будут. Паладин Дэнни играет. О, мы с ним справимся. Бизон. А, все, Ямабуши нет. Ну что сказать, почему Ямабуши второй ролик мне не дают нормально снимать? Потому что он чересчур термоядерно быстрый. Вас любой, в принципе, титан и бизончик, любой очень быстрый робот сможет, ну, навязать вам ближний бой, и вы будете играть, соответственно, по правилам уже не своим. Вы не будете использовать укрытие. Нет, вы будете играть по правилам врага, который навязал вам ближний бой. Смол тот же самый, Ронин может вас испепелить, изничтожить. Так, прыгаем назад. Не знаю, получится, не получится. Бам-бам-бам-бам. Мансим. Ага, отлично. По факту повреждений я никаких не получил. Так, шальная пуля меня цепанула. Так, прыгаем назад. Ага, хорошо засел в окопе. Молодец, красавчик. А если с помощью ручного прицеливания выступающую часть робота я цепляю, конечно, урон проходит. Ай, слабо очень, не будем извращаться. Потом мы его убьем. Так, все нормально. И хоплайт барин. Давайте с прыжка его товарим. Бам-бам-бам-бам. По модулю у меня стоит дальность стрельбы увеличена. То есть дробовики стреляют не на 500 метров, а на 600. Ну, естественно, разброс там дичайший. Так, он тоже киберспортсмен, как я вижу. Не хочет особо умирать. Головой думает. Так, этого захватываем. С прыжка его трах-тебедох ему делаем. Бам-бам-бам-бам. Так, паладинчик жирненький, поэтому как-то удар держит, да? Ну, сейчас заберем. Так, Юнекс Хевик. Давай, 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 давай. Ну, на Хевика, на паладина. А, хотя тоже можно, но поснимаю. Так, уходим от ракетного залпа с помощью прыжка. Отлично.
Паладинчика тоже можно поснимать обзорчик. С чего-нибудь снайперское поставить, там тоже будет нормально. А я, короче, поснимаю, наверное, на всех роботов, поизвращаюсь. Но, повторюсь, если вы против современных роботов попадетесь, вам, скорее всего, будет хана. Почему хана? Потому что эти современные роботы навяжут вам ближний бой. Конечно, вот Hoplite, современный бой, робот современный, он проблем вам доставит? Там Титану, Бизону в данном случае? Естественно, нет. Проблемы достанут роботы, которые быстрые, блин, которые навяжут вам ближний бой, когда вы, соответственно, не хотите этого. Дэнни, давай до свидания, блин. А видите, кто-то у нас маячок-то обороняет. У нас там тоже какие-то тащеры есть. Плеер с какими-то пальцами. Я вот на Бизончике кучу дамага настрелял, ну, соответственно, все-таки отыгрывать на нем можно. Повторюсь, если вы не нарветесь против современных быстрых роботов, которые навяжут вам ближний бой. Ой-ой-ой, какой ты злой. Злюка-дидюка, иди-ка сюда-ка. Видите, это как бы тоже умирать не особо спешу. Чем мне умирать, если я могу очень аккуратно всех поубивать? Прицел. Отлично, прицел сработал. Еще бы разработчикам не мешало бы прицел немножко починить, чтобы он побыстрее реагировал. Я понял, сзади меня бизончик, поэтому мы валим. Приземлились в безопасном местечке вроде бы как. Ай-ай, отстань. Сейчас мы подранка заберем. Подранок не хочет забираться. Ася с прыжка. Эх, огневой мощи не хватило, чуть-чуть. А, подранок совершает ошибку, вылез, короче. Вылазить не стоит, уж точно. Так, ой. А сейчас мы его с прыжка. Бам. Я не боюсь ракетного зала. О, вот и Ямабуши. Все, хана. Видите, он лезет вперед, навязывает ближний бой. Я, в принципе, не такой мобильный, я не могу убежать. Полетели дальше. Как вы видите, какой-то проигрышный бой, поэтому я приземляюсь в безопасном месте сзади, очень далеко сзади. И я вижу, вот они, ноги батроны. Ямабуши, всякие там самурайчики. Так, сидим в окопе, заливаем. Работаем. По корпусу тебя видно, ямабушек. Так, нас пошел тащер в атаку. Помогаем. Работаем по корпусу, сейчас уже самурайчика. Но из окопа не выходим, чтобы в крайнем случае могли быстренько убежать. Давай. Я врагов не интересую, поэтому немножко наглею. У него работает ремонтный модуль. Давай. Ну умри уже. Ты сегодня будешь умирать? Нет? Ха-ха-ха! Вот так. Вот что делает. Скилл. Скилл Factory. Так, работаем. Я Ямабуши понял, что стоять на открытом пространстве для него смертельно опасно, но захватывать маяки я как бы тоже не намерен. Парни, кто-нибудь нужен другой, нужен доброволец. Кто будет против Ямабуши бодаться, я не справлюсь. Однозначно, я против Титана не справлюсь. Как вы помните, не помните, напоминаю, робот обладает средними показателями по всему. Там энергобарьер, хпшка, все средненькое. Огневая мощь средненькая. Поэтому можно быстренько умереть. Но быстренько умирать в мои планы не ходят. Ну, я вот там вроде неплохо отыгрываю. Но наша команда, по-моему, как-то очень слабенькая. Очень слабенькая. В киберспортивном режиме убиваем Титана. Я хочу очень захватить маячок, но не могу. Угу. Вот, отлично. Титан там пошел куда-то по своим делам. Еще мне помогают. О, как приятно. Еще и помогаю. Так, с прыжка давайте. Там у нас кто? Бизончик на ракетах. Ракетный залп ушел в пустоту. Отличненько. Но его дрон по мне стреляет. Там дробаш у него стоит. И вроде бы я сейчас захвачу маячок. Да! Охренеть. Так, кто там нас обижает? Опять Ямабуши. Задолбали эти ямабушки. Разорвали меня в воздухе. Эпик фейл. Теперь мы будем, наверное, отжигать. В прямом... В смысле, я взял огнеметчика. Но яма бегает, веселится, весело народ обижает, да? Детвору весело обижать. А сейчас уже все, серьезного робота я взял. Это тебе не бизона сжечь. Давай, пободаемся теперь. Что скажешь на это? Все. Ой, а кто у нас умер? А что так быстро? Кто это? Ничего не... Ого! Слышите вы?
Квадрокоптеры? Вы чего на нашем респе так ходите, как у всех дома-то? Вас никто сюда не звал. Давай, до свидания. Еще один огнеметчик прискакал. Давайте жгем, жгем, жгем его. Убегаем. Давай, 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 давай. На упреждение стреляем. Всех мочканул, всех в округе мочканул. И, естественно, работает дот-эффект. Я могу умереть, но маячок что-то вроде как я выключаю. Все, испугались, да? Это вам не бизончик, блин. Что это застряло немножко в текстурах? Так, 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 так. Так, сидим, 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 сидим. Вы это видите? Он меня не заметил, потому что он приземлялся, я в прыжке был в невидимости, он не понял, где я и кто я. Тихо, главное не шуметь. Здравствуйте! Я к вам в гости. На чаек. Чаек у вас есть? А если я найду? Ну давай, 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 давай. А, больно, блин. Так, значит так, да не хотите по-хорошему. А если хоплайта возьму на плазме? Не боитесь? Ну, конечно, хоплайт не имабуш, не такой термоядерный, шустро-быстрый. Но тоже может неплохо отыгрывать-то. Я остался, по-моему, один, совсем один. Сильно не высовываемся и этого нафиг убиваем. Что-то он не хочет умирать, что-то накидывает по мне со всех сторон просто. Со всех сторон меня озвездюривают. Так, этого все. С этим покончено. Физ-щит у меня пострадал очень-очень сильно. Маяк, пожалуйста, не забирай. Ах ты ж. Нельзя, чтобы он маяк забирал. Ускорение, термоядерная турбоскорость. Давай, 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 братюня, братюня, убей его. Че у тебя кдшка такая? Все отлично, не захватил. Все отлично, живем, живем, живем. Все, спать, всем спать. Возвращаемся на турбоскорости назад. Закрываемся физ-щитом со стороны, возможно, атаки врага. Фу, и выдыхаем. Все нормально. Физ-щит нет. Ремонтный дрон, этот модуль, вернее, через 30 секунд. Центр не наш. И центр сейчас будет наш. Там Бизон Баррет на что там, каком-то непонятном вооружении. Что это за вооружение? У него какая-то сборная солянки. Он выжил. Так, Манси, 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 Манси. Я его не убил, к сожалению, но это не проблема. Берем яму на дробовиках, вы поняли. Сейчас мы сделаем все по красоте. Но, возможно, проиграем по маякам. Блин, блин. Че там, ты не умираешь-то? Так, вроде бы здесь какой-то баг сделали. Можно здесь проходить. Да, 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 разработчики, обратите на это внимание. Уходим в невидимость, невидимость. Блин, кто-то забирает маяк. Где-то кто-то. Где-то кто-то. Вон там. Все ясно. Ну, летим. Шашкой наголо. Рубить негодяев. Маяки, пожалуйста, не воруйте, а то мы проиграем. Вернее, я проиграю. Я уже один остался. Я один остался. Ну, так-то не нагрей-то. Вас много, я один. Меня на всех не хватит. Так, в невидимость уходим и забираем маячок. Фу, ну это турбобой, да реально турбобой какой-то. Эпик бой. Так, ты хочешь тоже маяк захватить, да? Ну так-то не наглей, блин. Я же еще раз говорю, вас много, я один. Не, по-моему, он не захватывает маячок. Так, в темпе вальса несемся просто там с выпученными глазами на вражеский респовый маячок. Я здесь. Меня нет. Так, так, так. Неужели будет 5 маяков? Неужели мы выиграем? Вроде да, все к этому и идет. Так, 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 так. Яма, 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 давай. Здесь тоже баг, здесь раньше нельзя было проходить, а сейчас можно. Разработчики, обратите на это внимание, пристальное. Возьмите на карандашный контроль. А возможно, так вы и задумали, хрен знает, я не знаю. Ну, раньше так не работало. Так, в невидимость. Кто там? Кто-то меня колбасит. Откуда меня колбасит? Давай, 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 давай. Да, серьезно? Это не Бизон, блин. У меня хпшки мало, но это буду... Опа-на, допонтовался. Я хотел, я буду мансить, ты по мне не попадешь. Ну, что-то попал. Ну, там было хпшки вообще неприлично мало, вообще на нуле. 4700, вообще просто эпичный бой. Барретт, наверное, вообще офигел. Все складывалось к тому, что они вот-вот победят. Ну вот,
победу я у них вырвал из их потных ладошек. Но затащил не Бизон. Но Бизон тоже класс свой внес. А на этом, друзья, все. До скорых встреч. Пока.